Спасибо большое за донат. rptd65.jpg. Слушаем альбом. Называется «Гладим собаку 40 минут». На самом деле 24 минуты длится альбом. Но собаку они будут гладить еще потом. Гости из Красноярска. Это месячные так называют, да, по-моему? Приеду в Россию, ведь Исаак воскреснет. По причине что? Понял. Хуй знает, блядь, мне кажется, тут нет такого. Особенно на юге, например. Я вообще, да, меня немного прикалывает, меня иногда спрашивают челы, типа там казахи какие-то мне пишут, типа, что вот хотел бы в Россию переехать, но боюсь, что меня тут будут хуярить, типа, из-за того, что я, типа, не русский. Чё, блядь, типа... В Москве я точно не русских больше, чем русских. И в Краснодарском крае очень дохуя армян, не знаю, там... греков, вот еще. Соляк из Макдака, я, кстати, не заметил даже. Москва-бат, да-да-да-да-да, так и называют. Ну, качество записи пиздец, но это ж по приколу, в принципе. Мумитроль не напоминает вообще. Прям из Горска. Ну, есть, типа, такие челы здесь. Он есть подписчик Ник Гузик, он в Новороссийске, по-моему, обитает. Такой тоже прям вообще посмотришь. Что, наоборот, тебя будут все бояться. Как говорится, пизды может получить любой. Но в Москве даже бесплатно, даже пизды бесплатно не дают. В других городах не знаю. Фреда я по еще руки вверх не видел. Все равно лучше в Украине поеду. Сейчас туда лучше не ехать. Но Россия все-таки ближе. Так что, женщины, спасайтесь, берегитесь, бегите от, в общем, с юга. Но за вами придут. Вообще, есть же сейчас, типа, тенденция у либеральных, типа, всяких чувачков бежать, наоборот, куда-то в Армению, в Грузию. Может быть, тебе вообще просто расслабиться и ждать, просто сети расставить там и ловить. Какую-нибудь тиктокерку себе там отловишь, и все, и добрый вечер. Фирда Украины понравится. Мы за ним придем. Ну, понятно. Потому что Молли... Не, мне не напоминает. В Ростове хватить можно, если наехать просто так. Мне кажется, в Ростове в принципе можно охватить, если у тебя слишком ровные зубы, например. Типа...
Те, кто грудь Армении ливают, долбоёбы. Ну да, но какая разница? Там чё, красивых девок среди долбоёбов нет, что ли? Да почему тут демки не демки? Челы сделали альбом по приколу просто. Ровно такая, как надо для жанра. Вот я соглашусь, честно, да. То есть это полный кал, и это охуенно. Типа... Если бы было слышно, о чем там поется, была бы хуета. Песня называется «Краска на волосах». Ну и все, какая там нахуй разница, о чем там. Жанр это прям такой отстойный школьный тикток-говнорок, типа как вот. Он, как выбор жанра идеальный, то есть здесь можно вот так. Ни единого слова нереально. Нихуя не понимаю ни одного слова, блядь. Прикольный звук гитары, кстати, он такой чуть-чуть хуеватый, но прикольный. Чуть-чуть, как будто чуть-чуть не строит, но от этого даже без дачи. Я не знаю, почему так. Здесь кал какой-то уже трещит противно. То есть, главное, вот до этой песни вообще хоть что-то звучало неприятно. Прям вот так вот что-то слушаешь, и прям неприятно слушать. Нет, такого не было. А сейчас пиздец. То есть, да, нихуя не слышно голос, да, барабаны там какие-то ебанутые, что-то громкое, что-то тихое. Но, ну, типа, микс звучит, работает. Здесь какая-то хуета непонятная. Если ваша вечеринка не похожа на что-то подобное, то... Вы как бы дорогу знаете. Как гитар-про без РСЕ, но... Как-то непонятно, да. Почему гитара норм? Я не думаю, что задача сделать максимально хуёво. Задача просто сделать и сделать, типа, и всё. Тут не задача. Все-таки топа забыли рыжие. Рыжих мало. Понятно. Это везде так. Лучше Black Man, чем Arab Woman. Не факт вообще, вообще не факт. Не соглашусь. Знаем Arab Woman некоторых. А что вы думаете о феминизме? О чем? Феминизме. О чем? Не понял. Феминизм — это движение за права женщин. Угу. Мы, женщины, не обижаем своих. Ну, единственное, что им в алтарь только нельзя заходить. Чайте у меня, почему не отображается, я не знаю. Все должно отображаться. Бля, видимо, знаешь, какая хуйня? Что-то, что ты пишешь, YouTube в принципе не пропускает. Он не показывает тебе, что это сообщение не проходит, а он типа говорит, да, да, брат, ты написал. А сам его, блядь, никому, кроме тебя, не показывает. Сам YouTube. То есть это просто полное блядство. Я его ненавижу, блядь, за эту хуйню, но... Собственно, чат для этого на экране и есть, чтобы было понятно, какое сообщение дошло. Типа из-за каких-то слов. Очень бесит эта хуйня, но ничего не сделает. Я
Хорошая новость прошедшей недели заключается в том, что я выдавил алкогашу, чтобы сидеть... Что еще раз? Весь автобус был в шоке от зависти. От зависти. По кайфам. Блять, что за нахуй? Чего смысла быть на стриме, если... Ну да-да-да. Ну на... стриме с концерта Глеба я чё-то нахуй убрал, потому что оказалось, что все только мои пришли. Думал, что это сверлит, и это оказалась музыка. Как там было в Саус Парке, типа... Я думал, это, блядь, вьетнамца наживо разрывают. Не, пап, это мы репетируем. Так, сейчас, секунду, пауза, потому что надо кое-что прочекать. Продолжаем прослушивание. Подпишитесь на мой Патреон, если вы хотите. Какие-то сэмплы чужих речей используются. Это вообще можно... сказать, что это пост-постпанк. Или noise постпанк. Сказать, что это noise постпанк, всем очень зайдет. Вот этот трек. Только почему на обложке альбома нет названия группы, непонятно. Товарищ, ну конечно. Он людям товарищ, он сел на унитаз. Да-да-да. Так это ж там все, что в той песне поется, это все по факту. Ну да, блин, да, я натека. Ионов удобряя. Я отходил, типа, одну секунду, как, ну, там, от выступления. Захожу в чат Глеба, ты и там, и сам везде. История умалчивает. Халик дуть вот под это. Месье знает толк.
Калик дуть надо под, под Субу, слетим. Типа вот под такую музыку. Ебать, Нойзич пошел. Ну, припев запоминающийся такой, но, насколько я ее помню, она не вкусовщина, но она так, не особо. Не, ну если пожилой шугейзер заценил, значит, наверное, все правильно. Это гости из Красноярска по твоих ушах. Да, сишки под бухло заебись, да. Главное, не кури их затяг. Это он, да. Таких гостей я бы посадил на бутылку вина. Прямо на Кинзмарауле прям посадил. Марауле. Из Марауле. Курить не затяг, фейковое курение. Курить не затяг — это самая на самом деле нормальная тема, потому что не подсаживаешься и при этом просто вкус прикольный чувствуешь чуть-чуть и балуешься, и все заебись. Одним словом, возможно, анальное алкогольное опьянение. Thank you.
Я не знаю, кстати, видел ли Глеб именно сообщение. Потому что на него же была камера направлена основная. Бля, Андрей Измайлов внезапно немножко даже прав. Рано по каналу. Ну, уже еще все-таки звук-то получше. Нарисованные, но без метронома. Может, потому что меньше обрабатывали? Ну, не знаю, тут можно прокомментировать баса, наверное, мало, но с другой стороны, опять же, еще раз, в рамках этого странного жанра... О, нихуя себе! В рамках этого странного жанра все вроде даже как надо звучит. Это я послушаю сейчас. Так, спасибо большое за донат. Ну, не знаю, что сказать. Успехов Noise пост-пост-панк группе, начинающей такой гости из Красноярска. Я, честно, даже не знаю, что тут посоветовать. То есть, если это по рофлу просто тем более записано. Как Slakers примерно звучит. То есть, реально там, ну... Что-то, может быть, поплясать в том настроении, если ты все. Если все как бы понятно, и цель примерно такая и была, вот так и сделать. То... Ну, довольно забавно. Ну, не знаю, на самом деле, что с этим дальше делать. Вот так.